Друзья, всем привет! Хочу поделиться хорошей новостью с вами, а именно хорошая новость для кредиторов. В наличии у кого уже имеется исполнительный документ, это судебный приказ или исполнительный лист по вступившему в законную силу решению суда. Так вот, новость заключается в том, что несмотря на введенный правительством мораторий, а именно невозможность в принудительном порядке через службу судебных приставов осуществить исполнение взыскания денежных средств, да, вы наверняка это слышали, этот запрет вступил в силу 1 апреля и будет действовать 6 месяцев. Так вот, друзья, есть механизм, чтобы обойти этот запрет и взыскать денежные средства, а именно нам удалось исполнить одно такое требование нашему человеку из нашей команды, отличному специалисту, одному из лучших юристов, кого я знаю, это Роман Анатольевич. Рома, привет тебе и большой респект, ты хорошо потрудился. Так вот, друзья, усилиями нашего очень мощного спеца удалось исполнить и взыскать, друзья, задолженность, а именно требования были исполнены через Альфа-банк. Вот, кредитор остался доволен, получил то, что ему причитается, несмотря на существующий мораторий, друзья, существующий запрет правительства. Запрет, как вы знаете, об этом есть ролик на нашем канале, запрет касается возбуждения дел о банкротстве, а также касается запрет принудительного взыскания через службу судебных приставов. Так вот, друзья, кому интересно, могу поделиться с вами текстом заявления, которое нужно подготовить, куда нужно его подать, из текста заявления понятно. Кому интересно, бесплатно, абсолютно безвозмездно этим документом с вами поделюсь, проектом документов, вы там лишь подставите свои данные. Вот, пишите свою электронную почту в комментариях, я вам на электронную почту проект этого документа перешлю. Всем доброго, хорошего дня, спасибо за ваш просмотр, буду вам благодарен, если поставите лайк. Всем пока!